И о спорте. Димитровградские каратисты поедут на чемпионат мира. Отборочный чемпионат России по шинки-кюшин прошел в городе Благовещенск. В составе сборной Ульяновской области в соревнованиях принимали участие 5 димитровградских спортсменов. В весовой категории до 80 килограммов нашим не было равных. Золото завоевал Евгений Агапов, серебро Евгений Азимов. У нас 2 железных путевки в сборную России и 2 наших ребят в апреле 2013 года будут защищать уже честь нашей страны на Кубке мира в Литве.